формирование национальной управленческой элиты, повышение профессионализма управленцев, реализация инновационных подходов в подготовке современных руководителей разных уровней. На базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы создан первый в стране инновационный кластер по формированию управленческого потенциала Гродненского региона. 10 октября в Купаловском университете между Академией управления при президенте Республики Беларусь, Гродненским областным исполнительным комитетом и Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы было подписано трехстороннее соглашение о его создании. Это уникальный проект. Он действительно впервые реализуется в нашей республике. Мы объединяем потенциал учреждений высшего образования, потенциал и интересы региона. Мы взаимодополняем друг друга. И основная цель, наверное, это не просто формализованный подход к созданию этого кластера, а создание условий для более эффективной социализации и трудоустройства молодых людей. И мы планируем, вот, благодаря созданию такого проекта, открытие республиканского экспериментального пилотного проекта по реализации вот тех целей и задач, которые есть. Участие в торжественном подписании соглашения об инновационном кластере по формированию управленческого потенциала региона приняли заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Лискович, ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Геннадий Пальчик, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко, а также представители ректората перспективного кадрового резерва Купаловского университета, предприятий и организаций региона. В ходе встречи стороны обсудили возможные перспективы развития кластера, цели и задачи его работы. Так, ведущее направление деятельности созданной структуры – содействие объединению усилий организаций различного уровня в процессе совершенствования системы формирования управленческого потенциала региона. Основная аудитория – это будет молодежь, которая молодежь не только университета Янки Купалы и других наших учебных заведений и и специалистов, уже работающих молодых на предприятиях. И в купе, я думаю, при правильной программе мы сможем получить в ближайшее время уже хороший результат. Мы найдем новых управленцев, новые фамилии, которые в различных отраслях народного хозяйства будут приносить пользу нашему государству, нашему региону. Базой для создания инновационного кластера по формированию управленческого потенциала региона Гродненский государственный университет имени Янки Купалы стал не случайно. Как отметил ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Геннадий Пальчик, Купаловский университет имеет большой опыт в развитии кластерной системы, который является особо ценным для всей республики. Стоит отметить, что Гродненский государственный университет имени Янки Купалы уже является соучредителем двух успешно функционирующих кластеров. Это инновационный медийный кластер Гродненской области и Гродненский областной образовательный кластер. Кроме того, на базе Купаловского университета успешно функционирует проект «Школа молодого руководителя». Сегодня, естественно, в подходах тоже необходимы вот инновационные подходы к формированию этой национальной управленческой элиты. И создание такого первого в республике кластера инновационного кластера по формированию управленческого потенциала региона, мы уверены, как раз станет таким вот новым толчком, еще одной новой вехой в подготовке управленческой элиты. То вот такое сочетание теоретиков и практиков в этом кластере, оно даст свои результаты как раз вот в формировании и в подготовке управленцев в нашем регионе. Для успешного функционирования кластера, разработки его стратегии и направлений развития, планирования и реализации совместной деятельности участников инновационной структуры создан координационный совет. Стоит отметить, что в ходе работы кластера к его деятельности могут присоединиться все желающие учреждения образования и организации региона.